Привет, дорогие ребята! И сейчас я расскажу три способа заработать цвета, вот эти вот, в Geometry Dash. Погнали! Первый и один из самых легких, просто вот надо нажать на Free Level. У меня ничего не появляется, потому что я это уже делала. Второй достаточно легкий, убивать вот этих вот чувачков. Обычно, если ни разу не убивали, сразу появляется. Необычно всегда. А дальше уже надо будет много. Сейчас вместе с вами поубиваю, и вы увидите, как это появляется. Желательно не промазывать, как я. А то будет чуть дольше. Еще дают цвета за прохождение уровней. То есть, если вы пришли, например, второй уровень, вам дадут, возможно, два цвета. Невозможно точно. Как-то так. А вы тоже болеете, напишите. Я нет, но по голосу услышите. Блин, какие быстрые они стали. Они же медленнее были. Эти штучки, брючки. Ладно, я думаю, вам не интересно смотреть, поэтому ускоряю. О, ребят, у меня появился новый скин. Таким образом зарабатываются скины. Вы видели сами, наглядно. Также, опять же, мы заходим вот на этого чувачка. И вот тут вот мы видим цвета, которые закрыты. Которые темные, замочком закрыты, не желтым. Их нельзя получить. Вот, например, нажму, видите, пишет only, ну, короче, нельзя в этой версии. А вот если вот это, а если на желтенький, ну вот написано, что надо пройти этот уровень. Electromine Adventures. Короче, его пройти надо. Вот еще пройти. Ну, в общем-то, так, цвета. Видите, 30 секретных. Тут тоже что-то написано. Короче, если вы не знаете английский, the very bad. Я тоже. Я его знаю, но не на таком уровне. И последний же самый легкий способ заработать цвета в Geometry Dash, это мы нажимаем на Free и видео. Видео я смотреть не буду, потому что не хочу, чтобы люди зарабатывали на моей рекламе. А так, вы ничего не теряете, просто смотрите видео и как-то так. Ладно, всем спасибо за просмотр, ждите новую часть, как заработать скины в Geometry Dash, там в разы будет больше. Поэтому всем подписывайтесь и пока!